И так ныне говорит Господь тебе, народ мой, ламан ты скол, видеребедых штумен, аминь. Разве многого от тебя я просил, ламане гейсен, ламане глаусен, фарамин. Разве я налагал на тебя, ламане глаусен, времена неудобоносимые для тебя, говорит Господь, кривели лабиди гейсен. Я просил тебя только того, чтобы ты хранил сердце свое. Искел мингите лебеды ламане глайсен, фарамин. Но ты и этого не делал для меня, говорит Господь, Кремане Глаусен. Ты засорял его, Кремане Гейсен, Арамин. Ты вносил в него всякое непотребство, Илмане Гейсен, Арамин. И при этом Кремане Глаусен с радостью еще пред другими восхищался, Кремане Глаусен. Объявлял это во всеуслышание и говорил, посмотрите на мои приобретения, Кламинес. Албаде лабиди гейсен арамин, алмане глаусен. И не знал и не разумел клабеди глайсен араминис, что небо клабаде глаусен на то время плакало, лимини глаусен, смотря на твои приобретения клабаде глаусен, что дух твой клабаде глайсен арамин, он оставался без плода, клейдис контис хилбит арамини глайсен. И я допускал клабаде глаусен, Эльмины Штаусен и толкал в бок, говорит Господь, Кребеды Штаусен, но ты не пробуждался, Лебеди Гейсен. И я говорил, Клабады Глаусен, а ты Алмин, Арамин и Глаусен, Арамин, так твердо держал Клабады Глайсен выю свою, говорит Господь, и не склонялся Клабады Гейсен, Арамин, Ламин Гейсен, Арамин, пред лицом моим, а ныне, говорит Господь, эти обстоятельства открыли помышления многих-многих сердец. Оттуда выплеснуло много нечистоты, хулы, кламане гейсен, армане лаусен, ропота, недовольствие, кламане гейсен. Я не говорю про мир, кламане глайсен, я говорю про народ, который именуется, как бы именем моим, говорит Господь, кламане глаусен, а на устах его столько злобы и ненависти. Искелмин фарамин гейсен фарамин, проклятий, кламане глайсен, и ты просишь мира при этом, когда сам проклинаешь. Ламин готел хайды скелбит. А я говорю, не так я учил тебя. И не этому, Ламане Глаусен. Обратись, Ламане Глаусен, к Евангелии. Она тебе покажет путь правды. Иди по нему, и будешь иметь успех. Аминь. Аминь.